Итак, друзья, список всех интернет-утечек официальных, опубликованных на Firefox Monitor. Вводите электронную почту и, соответственно, смотрите, у вас вообще входит ли ваша почта в список, значит, контактной информации, которая утекла. Ну вот и последние утечки, вот 23 июля, Audi, скомпрометированные данные, номера социального страхования, телефонные номера, узнайте, были ли вы затронуты этой утечкой. Возьмите свои личные данные под контроль, ну и так далее, как работают хакеры, что делать, тут есть информация дополнительно, будьте в курсе новых утечек, отслеживайте несколько адресов электронной почты, ну и, друзья, здесь просто вводите вашу почту и смотрите, была ли она в утечке. Соответственно, данный сайт официальный monitor.firefox.com, и это замечательный сайт, который просто предоставляет информацию, была ли утечка или нет. Если была утечка, меняйте почту и реагируйте, меняйте пароль и почту и реагируйте. Если не было, не меняйте почту и не реагируйте. Ссылка в описании. Всем пока, до свидания.